Ярко и оригинально отметили День флага России волжские единоросы. Уже с утра в городском парке собрались студенты местных вузов. На колесе обозрения не осталось свободных мест. И уже через несколько минут в праздничное небо города взметнулось сразу 40 российских триколоров. Мы все поднялись над городом Волжским и развернули флаги. Российские флаги, и видно, что это действительно наша патриотика, это наша символика, это наша гордость. И для молодых ребят, я считаю, что это очень-очень важно. Аттракцион на колесе обозрения в стиле модного сегодня флешмоба, другими словами, кратковременной акции. До этого 2 года подряд раздавали ленточки и проводили митинги. Все это, чтобы привлечь внимание молодежи к государственной символике, объясняют организаторы. Ее изучение имеет большое значение для формирования нового поколения россиян. Считаю, что это привлекает внимание и делает действительно государственный флаг неким символом, о котором должны знать наши студенты, наши люди. Депутат областной думы Юрий Береснев в молодежном флешмобе принимает участие вместе с внучкой. Воспитывать патриотов нужно на собственном примере, уверен парламентарий. Сегодняшний день очень знаменательный. Особенно для нашей России, день национального флага. И вот я с внучкой пришел в этот парк, на эту акцию. Я думаю, что вот это надо делать постоянно, чтобы именно и молодежь знала историю своей страны. Совместили полезное с приятным, делится впечатлениями молодежь. И город посмотрели, с колеса обозрения открывается очень красивый вид. А заодно узнали больше о символах нашего государства. Очень интересно то, что не просто катаешься на колесе обозрения, а принимаешь участие в акции российского флага с флагом. То есть тебе дают в руки флаг. Не всегда, не каждый день можно с флагом по городу прогуляться. Вот. И на самом деле на колесе обозрения, покататься с флагом, увидеть город в день российского флага на территории Российской Федерации. Это очень здорово. Эти акции будут продолжаться, обещают активисты молодежного движения Волжского. В следующем году они обещают провести день российского флага не менее запоминающимся. Правда, свои планы молодые люди раскрывать не спешат. Станислав Лопатин, Людмила Кухарева, Алексей Унев, телекомпания «Ахтуба».